Вот такой пакетик с готовой смесью для выпечки бородинского хлеба был куплен в одном из сетевых магазинов. С полной инструкцией, все порядок, вопросов никаких нет. Рекомендации по выпечке простые. Выпекать как батон весом 750 грамм. Процесс выпечки проходил штатно, под моим бдительным контролем. Так что ничего нештатного не происходило, все было промешано как положено и пеклось сколько положено. Хлеб выпекался в годами испытанной надежной печке Kenwood, которая у нас уже много лет. Когда печка пропищала положенное количество раз, контролируем, чтобы таймер обнуленный был. И в принципе можно вынимать. После этого печка остается в режиме подогрева. В принципе, если вас нет дома, хлеб до вас всегда достоит теплым. Итак, друзья, раздалось 9 пиков. Открываем хлебопечку, о, горяченькая. Берем полотенце, достаем емкость. Так, сразу показываю, что получилось. Сейчас. Нет, друзья, давайте я все-таки поближе вам покажу хлеб. Он получился вот такой пористой структуры, но не такой поднявшийся, как белый получается. Хотелось бы, чтобы он поднялся посильнее, конечно. Так, сейчас я возьму белый батон, который испекли перед этим. Вот видите, какой он получился? Такой пышный, поднявшийся. Совсем другой формы. Этот, конечно, такой не получится. Сейчас я вот взял полотенце, потому что емкость достаточно горячая. Берем ее за нижнюю часть, ручку отгибаем в бок и легким потряхиванием вынимаем хлеб. И тут самое главное не забыть, мешалка остается запеченная в хлебе. Надо взять вилочку вот так вот и аккуратно выковырнуть ее. Ну, конечно, чуть-чуть этим испортишь хлеб, но на его вкусовые качества это не влияет. Вот эту мешалочку надо обязательно вынуть, чтобы впоследствии не сломать зубы. Вот она такая на дне стоит, с помощью нее перемешиваются наши компоненты и получается тесто. Вот сразу сниму пробу. Ну, хлеб получился вкусный. Сразу сейчас замочу ее, чтобы легко она отмылась. Ну а пока отложу в сторонку. Ну вот так вот покручу камеру вокруг батона. Не очень, конечно, он красивый. Такой кирпич получился, но на вкус приятный достаточно. Лучше покупного. Ну вот, давайте посмотрим на пакетик из-под этой смеси. Вот такой вот, фирма «Печем дома». Во всех сетевых магазинах
масса таких пакетиков разных. Здесь именно бородинский хлеб. Инструкция полная. Инструкция есть, как испечь его и в духовке в простой, и в хлебопечке. Ну, еще раз обращу внимание, что вот то, что мы выставляли 750 грамм батон средней прожарки, хотелось бы еще чуть-чуть его подержать. Наверное, в следующий раз попробую поставить на килограмм. Вот такой батончик получился. Жалко, конечно, что камера не передает запахи, а так аромат очень приятный у этого хлеба. Наслаждаешься, ходишь прям. А теперь, друзья, предлагаю просто послушать, как хрустит свежеиспеченный хлеб. Беру свой любимый ножик и от кирпичика отрезаем кусок. Сначала корочку. А теперь просто отрежу кусок хлеба. И вот смотрите, видите, какой получился срез. Да, он пружинит, вроде тесто возвращается обратно, но все равно чувствуется, что тяжеловато тесто. Вот даже, смотрите, я вот сейчас буду резать просто кусок хлеба. Видите, как он крошится, ломается. Ну, такое ощущение, что надо его еще немножечко пропечь. Что ж, учтем это в следующий раз. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.